Знаете, кого я вижу, глядя на вашего супруга? Я вижу доброго, любящего, щедрого человека. Может, чуть эгоистичного, властного, но достойного. Да. Почему же вы подозреваете его в убийстве дочери? Я не... Убийца, соседский мальчишка. Да, так говорит полиция. Но вы так не считаете. Почему? Не знаю. Я не знаю. Я... Скажите. В прошлом году они странно держались друг с другом. И ни один не признался, что что-то не так. И я думаю... Как-то раз она пыталась сказать мне, но я... Боже! Боже! Вы спрашивали его об этом? И что бы он ответил? Жена почти всегда видит, лжет ли муж. Да. Да. Не буду я, чай. Я убийца, соседский мальчишка. Я... Возможно. И вы думаете, что это он? Материнский инстинкт выше. Джун? Вот ты где. А вы кто такой? Я из полиции. Вы убили свою дочь. Как вы смеете? Я задал вам простой вопрос, сэр. Вы убили свою дочь? Нет. Я не убивал свою дочь. А теперь вон из моего дома. Джун. Джун. Джун, что с тобой такое? Вас вышибут со службы. Невиновный дал бы мне по морде. Я превращу вашу жизнь в кромешный ад. Вы заявляете сюда и лезете к моей жене, когда у нас... Джун. Джун, ради бога. Право, это не так страшно, как кажется. Миссис Толливер? Миссис Толливер? Постойте. В комнате никого.